Я знал, что БУК шел из Луганска. В тот момент мне сказали, что БУК со стороны Луганска идет под флагом ЛНР. Что он скрыто? Но где-то еще находится хрен везде. Об этом БУКе я знаю, я слышал об этом БУКе. Был я... Он дошел ли? Я думаю, что его вернули. Потому что еще... Об этом я узнал как раз в момент, когда я узнал о том, что состоялась трагедия. Скорее всего, вернули для того, чтобы просто вот убрать доказательства присутствия. Но вопрос, понимаете, вопрос же надо рассматривать именно в этом контексте. Что Украина получила заблаговременное свидетельство того, что повстанцы располагают по вине России этой техникой, и не только не предприняла ничего для того, чтобы безопасность обеспечить, но и спровоцировала применение этого типа вооружений в отношении самолета, который пролетал с мирными гражданами.